Ну что ж, друзья, мы рады представить вам нашу новую рубрику, которую мы назвали «Современное искусство. Как оно есть». И в рамках этой рубрики передача «В городе 512» будет пытаться знакомить вас с, так сказать, шедеврами современного искусства. И сегодня в объектив наших телекамер попала замечательная картина, с позволения сказать, одного художника, опять же, с позволения сказать, которая, между прочим, стоит 80 тысяч рублей. Вот, обратите внимание на это произведение искусства. И вы знаете... А какой костер можно было прожечь с помощью этой картины? Ты знаешь, что самое главное, автор был честен. Он не дал название этой картине. Чуть не сказал мазне, но вовремя исправился картине. Но я попытаюсь исправить это и дать некие комментарии. Итак, во-первых, что я вижу на этой картине? Я такой, ну, приземленный человек, знаешь, как бы не особо разбираюсь. Нормальный. Да, обычный. Мне кажется, что это рынок. Это рынок. Тут есть женщина. Причем не просто женщина, а жена бога египетского, бог солнца Ра. Помнишь? У него... логично, а жену зовут Му-Ра. Му-Ра, да. Собственно говоря, она и дала название всей картине. Вот видишь, вот этот вот у нее такой головной убор, обратите внимание. Похож вот на такой аквариум круглый. Вот да. Вот, это рынок. Вот это да, как бы рынок, у нее пухнет голова от цен, как бы. Но это не все. Что же мы видим на этой картине? На самом деле, трехногий гиппопотам, вот вы его видите здесь, пытается продать жене ни много ни мало что, правильно, бабочку. Реально бабочку пытается продать жене бога солнца Ра. Но при этом мы же помним, что картина в стиле импрессионизм. А, да? Нет, тогда... а вот видишь, как тебе легко обмануть? Тогда это многое объясняет. Нет, это не импрессионизм, это, между прочим, экспрессионизм. А, видишь, ты вообще не видишь, да, разницы? А, вот теперь увидел, так вот сразу. Вот, и смотри, вот здесь, видишь, все-таки бог есть. Вот там крест просто вообще, понимаешь? Это просто пытались, когда поджечь картину эту в музее. На самом деле, все гораздо сложнее еще. Вот что лично ты видишь на этой картине? Вот не рынок, если то что? Я лично, мне кажется, когда ты мне показал, мне показалось, что это ребенок расписывал карандаши. Тоже верно. Я все-таки более придерживаюсь своей теории. Вот видишь, вот если обратить внимание на вот положение руки, вот видишь такая... культя такая. Вот Мура, она не хочет покупать бабочку. Нет, говорит она. Нет, нет. И мы говорим нет слишком странным произведениям искусства. Мы призываем всех людей, которые занимаются искусством, быть чуточку понятнее. Вот такая вот новая рубрика в городе 512.